Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Здравствуйте. У меня сегодня, все это игры 8К, потому что мне видеокарточку 4090 Ti подарили пацики. Да, на Новый год, жесть. 4090 Ti на 54 бутлер. Настройки зайти, зачем? Чтоб ты испугался моего 1490 Ti, чи что? 4090 Ti, чтоб ты увидел. Ты хочешь увидеть мой 4090 Ti, че да ты бредишь? Да, стесняться не... Сука! Все девочки меня хотят, все абсолютно даже противники. Вот смотри, еще одна женщина. Сейчас я ей пробивку сделаю. Смотри, пацики. Боже, матерь божья! Я сейчас буду перечислять игры, в которые играют конченые дауны. Итак, первое место. Так, первое место у нас. Подсчета игра Dota 2. Dota 2 это игра, которая уже давно померла. Померла как интерес к стримерам на Твиче. То есть эта игра давно померла и жила себя. То есть говно. Короче, первое место подсчета пидарам занимает любители Dota 2. Да. Итак, Dota родная. Я скучал. Да. Моя любимая Dota, как мне тебя не хватало. Одна из моих любимых. Вот это деду, сука, нравится. Здравствуйте, а вот дотер. И я. Я дотер, я этим горжусь. Это мое призвание быть дотером. Дота в моей жизни молодежь. И в моем вот сердце навсегда. Дота сила. Да, крадусь. Ой, да, сука! Ой, да, пасеки! Пасеки, ой, да! Ага! Пацаны, помогите, ой, да! Пацаны, пасеки! Нормально, стоял. Крадусь. Итак, смотрите, пасеки! Ух ты, мама, достаура, сука! Ах ты, пасеки! Можно прыгнуть туда, куда не надо, блядь! Да пошёл ты! Запертец. Никогда не перееду в Россию. Никогда не женюсь. Никогда не буду читать рэп. Вашу никогда не подрублю веку. Никогда не буду играть в доту. Правильно. Вы находитесь здесь. Никогда не сниму маску. Точка. Сколько тебе заплатили? Сколько? А сколько? А где кто платит? Куда подойти на раздачу? Можно пацана убить или нет? Попробуем, да? У меня лифт стивлер, у меня жизнь такая лосовая. Понятно, это непробиваемый спонсор стоит. На меня напали! Орешки берешь! Ты что, сука? Чрезвычайное происшествие. Пацаны, кто выиграл? Ати сегодня улыбался. А, я воин света. Ати сегодня улыбался. Ну как тебе Райзена? Райзена владелец. Райзен седьмого поколения. Как вкусно, хороший, мощный, не греется. Какой хороший, даже не греется. Такой маленький ТПД вкусный, а хороший Райзен. Ой, даже ТПД не ниже, чем Intel. Вкусный ТПД хороший. Райзен сила. Да, еще Райзен. На, остаток. На, какой хороший Ryzen, не греется, у меня комп не печка, у тебя печка. Ryzen, сила седьмого поколения, 7950. Нормально, да? Да, нормально, я привык уже, я постоянно Ryzen люблю, я привык уже к такой судьбе, я хочу Ryzen. Да, must have. А чё, пена как там поживает? Да как обычно, хуёво. Да он мог. Нет, а чё? Ну а ты как там? Чё там, девочку себе нашёл или нормально? Да, конечно. Сочувствую.
А ты-то себе нашел себе девочку. Да боже упаси, тебе бунте на язык. То я помню новость, ну, с Алинкой расстался и очень грустил, дед. Я грустил. А, ну ничего страшного. Что ты расстался. Я, кстати, тоже вот с Алинкой расставался, понял, назад сошелся, правда. А ты не думал назад сойтись? Фу, боже упаси, чтобы меня Бог помиловал. Какой нормальный мужчина, который разводится. А как ты? Такой дед, а у тебя... Да. Дедок, а у тебя пенис-то рабочий получается. У меня все рабочее. А как ты нужду справляешь тогда? Какую, в туалет хожу, что ли? Нет. Ну, приятности себе делать. А, подрочился, лев спать, жесть. Нажми, обнови. Место Саши Сетенеза, друга, который звал тебя. Ты играешь с чемом стрельцем. Не буду. Я не буду. Нажми назад вперед тогда. Полина, привет. Ты хочешь быть моей подругой мощной? Именно настоящая. Полина, зайка, ты мне очень понравилась. У тебя очень красивое имя, меня так овчарку звали. Ну реально, я очень любил ее. Не хочешь быть со мной, ну... Что ты, дед, ты хочешь, чтобы я тебе свидание устроил, я правильно понимаю? Да, только тебе с нормальной. Девочка. Да, красивая. Нормальная. Красивая, нормальная, так, ну сейчас. Да, чтоб не жирненькая. А то мне вонять там не надо все. Видишь? Да. А ты можешь самую красивую из чата своего мне прислать сюда? Конечно, вот. О, привет, Полина. Дед. Привет. Как у тебя дела? Все отлично. Ты очень красивая. Спасибо, вы тоже. Спасибо, зайка. Ты мне очень понравилась, поэтому у тебя нет выбора. Быть со мной или не быть. Не. С сегодняшнего дня официально мы с тобой здесь пара. Не надо дёргаться, не надо. Выхода нет. Не. Все. Можно договориться не как-нибудь надо. Там, ну... Договоримся мы с тобой. Пошлите алмазы копать реально. Да, зайка, а сейчас мы с тобой вместе выкопаем. Все. Да, значит, сначала я доберусь до твоих скважин, так сказать. Мне 12 лет, извините. Сколько? Я не знал! Сколько? Ах ты старый педофил, сука. Осуждаю, сука, ты... Что ты мне, блядь, прислал сюда? Что за бред? Давай нормальных мне лет по 70 сюда. Нормальных, сочных. Зайки, напишите мне ВКонтакте, а я, как настоящий самец, сделаю свой выбор, пожалуйста. Как тебе ВКонтакте? Глад Валака с ПВНЗ ВКонтакте. Мы сейчас с пациками туда-сюда определимся, как говорится, побыстренькому. Блядь. Зай, не стесняйся, не надо. Дай волю своим эмоциям. Мастер. Не понял. Малыш, ты что грустишь? Пошли. Не понял. А я не цепляюсь. Не, сейчас разберемся. Все. Все, пасеки, я нашел себе женщин. Все. Тихо. Сюда иди быстро. Все. Must have. Все, пасеки, всех девок забрал. А мне вот еще одна написала какая-то тут барышня, смотря. Айден? Да какая. Вон, иди с дедом знакомься, Айден. Мне еще какая-то давай, Ксюша блядь. Написала. Смотря. Гель, давай, ну. Вот такая. Must have. Каждый день, дед, каждый день косарь кидает, прикинь. О, так это моя теперь новая подписчица. Да. Поклоняйся тут. Моя машина не справляется, столько девочек много взял. Какой-то, сука, вирус. Майдум какой-то запустился. Майдум. Что за бред? Я Дум не скачивал. У меня компьютер брыкнулся. У меня все побелело, как малафинка на экране. Боже. Слышишь, что-то такое чувство, как будто у меня как-то оно, ну, не плавненько. Плавности не замечаю. Может, мне старика ключу послать? Понял, плавности нет, чего? Как будто. Вам чего тут? Тут, наверное, тебе надо вот эту 3490. Да. А где ее взять? Купить. А за что? Пена, не надо. Я хочу пернуть. Я не против, если это сделаю? Абсолютно я против. Если это сделаешь, ты помрешь. Пуки, Пикачу, Пикачу, Пика-Пика. Ты что, сука, жизнь свою хочешь потерять за одно мгновение? Не надо, пожалуйста, я видит, Бог не хотел, оно само. У меня просто дюза порватая, оно не держится, клапан, понимаешь? Да, графика получше стала. Гляди-ка, Мильтон. Что-то на уровне PS5, да? Нет, 6. Геральт! Места местных крестьян терзает множество несчастий, из которых наибольшее — это тирания бандитов.
Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мильтоном намерены оказать им при... А ты знаешь, что у тебя на очке висит? Чё? Входящее бесплатно. Чё это такое? Чё это за бренд? Это, ну, я всё нормально заловил вообще. Чё, накурился? Чё? В чём брак? В чём здесь брак? Нормально всё у тебя, дура, блядь. Просто вдумайтесь в это тело. Он задонатил 2000 рублей и скинул, чтобы я посмотрел вот это. То есть чел задонатил 2000 рублей для того, чтобы я его забанил. Ой, тут она третий, больше не надо! А, больше не надо. Ой, тут, сука, есть гарно. Сейчас будет прыжок. Дивись, пизда. Привет, хлопцы, сука. Ну шо вы, сука, греки? А тут друга, сука, и выравнивай дипу. Не крутись, тварь. Не крути машину, гнида. Не, ну серьезно. Тут же как-то можно, да, поменять сложность гонки. Машина на позиции, на старт, внимание! Не смотри сюда, Гве. Эй, зайка, не хочешь шпили-вили? Поли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Смотри, как я могу, зайка. Смотри. Смотри, малыш. Вопросы имеются ко мне. Баста. Не прикидывайся беспомощным. Ладно, не ручи. Простите, что долго. Моя смена только началась. Что будете? Ничего. Два обеда, пожалуйста. А я хочу пиццы, пожалуйста. Две пиццы. А знаешь? Тонкое тесто и толстое. Давай сразу кофе. Я хочу пиццы, зайка. У доктора и так забот полно. I'm sorry. I'm one moment. I'm Pookie, Pookie, Pookie. Oh, Pookie. Oh, Pookie. Спасибо.